Сегодня кабинет фтизиатрии начал свою работу в поликлинике номер 2. Специалист ведет прием детей до 3 лет с положительной пробой МАНТУ, с подозрением на осложнение прививки БЦЖ и не получающих прививки, и ВИЧ-инфицированных. Один раз в неделю врач будет осматривать 15 детей. Также кабинеты со временем будут открыты во всех поликлиниках республики. Отметим, что дети, состоящие на учете у фтизиатра или переболевшие туберкулезом, будут проходить обследование в условиях противотуберкулезного диспансера. Связано с тем, чтобы мы могли в шаговой доступности приблизить к нашим маленьким пациентам, да и к родителям тоже, вопросы вот консультации фтизиатров. Понятно, что у многих детей бывает МАНТУ положительное, но это не означает, что эти дети больны туберкулезом. Во-первых, это снизит травму ребенка и родителей, что вот вызывает фтизиатру и так далее, да, наш диспансер. А в поликлинике он находится как бы в тех условиях, в которых он уже привык, где они уже привыкли сюда ходить и так далее, нет такой боязни.